И в заключение выслушайте несколько советов. Во-первых, читайте хорошие книги о том, как приводить души ко Христу. Во-вторых, станьте ревностным участником в церковном служении. В-третьих, работайте с более опытными христианами, чтобы учиться у них. В-четвертых, ищите возможности свидетельствовать. Вы будете удивлены, обнаружив, сколько возможностей вам предоставится. И в-пятых, используйте любую возможность, которую предоставляет вам Господь, и смело свидетельствуйте о Христе.